Всем доброго времени суток. Я выбираю на сезон 2024 года следующие сорта арбузов. Во-первых, сразу оговорю, что данные сорта, они у нас будут, конечно же, ранние или суперранние. По-другому в Сибири не вырастешь. Так, вот это главное, на что мы обращаем внимание при выборе наших вот арбузов и дынь. Проверенные мною уже, вот посмотрите предыдущее видео, ссылочка будет. Я выращивала вот такой арбузик, сахарная молния. Он у нас вырастает до 2,5 килограмм. То есть он очень сахаристый, вкусный. То есть в условиях Сибири вырастает. Также у нас это получается, что у нас, да, тоже ранний. Следующий сорт, который я буду пробовать в этом году, это Crimson Sweet арбуз. Вот такой вот. Селекция у нас, это чья отобрана для вас. Так, селект, так. Вот, здесь он раннеспелый, также обращаю внимание, до 12 килограмм. Выращивается также рассадным способом в условиях Сибири. Сегодня у нас 22 апреля 2024 года, то есть все семена будут замочены чуть позже. 24 числа у нас они будут замочены. Ну, половина, наверное, сегодня в диске я замочу. Так, следующий арбузик у нас сибирские огни. Я его уже высаживала. Этот арбузик у нас также ранних сортов. Скороспелка до 5 килограмм, да, вырастает. Вот, то есть посадка также 20 апреля по 5 мая. Ну и, конечно же, разрекламированный Sugar Baby. Я его уже высаживала, он действительно вырастает до 4,5 килограмм. То есть тоже ультраранний сорт, 75-85 дней. В грунт высаживается 25-35-дневная рассада. Ну и, конечно же, любимая мною дыня, сладкий ананас. Я ее выращивала, она вырастает до 1,5, даже до 2 килограмм. Вот семена у меня собраны. То есть в том году она у меня выросла. Я собрала семена, высушила. Вот. То есть удачно тоже. Вот так вот как-то по арбузам с дынькой. Дынек много не буду, пока вот одну выращу, которая проверена. А арбузики все-таки Crimson Sweet добавлю. Вот это я не высаживала его. Ну и, конечно же, я буду пробовать в этом году на лагинарию прививать. Это тыква декоративная, вот лебедушка в частности, да. И лагинария бутылочная. Я их высаживала. В том году не успела все-таки я привить. Но в этом году, значит, надо заранее посадить лагинарию. Чуть позже посадить арбузы, как я понимаю. Первый раз это буду делать. Ну и много, конечно, рассады посажу просто не привитой, уже на проверенные именно мною сорта, потому что они и без прививки растут отлично. Прививка просто дает большее плодоношение. То есть сам арбуз будет крупнее. Но лагинарий, так как лагинария, она выносливая. Если прививается, да, то получается арбуз выносливый, переносит перепады температур и так далее. Вот такое вот видео, небольшое, на мой взгляд, по тем сортам, которые арбузов и дынь я буду выращивать в условиях Восточной Сибири уже не первый год, кроме Crimson Sweet, его первый год, наверное, попробую. Вот такое короткое видео. Всем спасибо за просмотр.